Привет, мои хорошие! Это экономное меню на неделю. Оно рассчитано на семью из 2 человек. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь в конце я вам покажу, сколько в итоге мы потратили денег на все продукты за эту неделю. Итак, начинаем. Ну а начинаем мы не с понедельника, а именно с воскресенья предыдущей недели. Моя задача – замочить красную фасоль в слегка теплой водичке, чтобы она всю ночь стояла, набухала, напитывалась водой. Это делается для того, чтобы в понедельник мне было проще работать с фасолью и как можно меньше тратить времени на ее варку. Далее, для сырников я готовлю тесто заранее, также вечером в воскресенье, чтобы в понедельник у меня было уже готовое тесто для сырничков. Это делается для того, чтобы мука забрала как можно больше влаги из творога и чтобы на сковороде он не растекался. Оставляю на ночь в холодильнике тесто для сырников и фасоль оставляю на столе. В понедельник на завтрак готовлю сырники из того теста, которое мы с вами заранее подготовили с вечера. Показываю вам первый вариант, как я раньше всегда лепила сырники. Ложкой набирала тесто и катала вот такой шарик своими руками. Но сейчас мне гораздо удобнее все тесто выложить на муку, в данном случае у меня рисовая мука, и ножичком порционно делить тесто на сырнички. Для меня это оказалось гораздо удобнее, потом ножом вот так формируем кружочки, выкладываю сырнички на доску и затем обжариваю на сковороде. Жарить я буду на кокосовом масле, тогда сырнички приобретают такой аромат кокоса, это очень-очень вкусно. Уже на завтрак были сырники, подавала я их со сметаной, клубникой, бананом, также присыпала сахарной пудрой. На работу я Саше сложила тоже сырники и в отдельной формочке подала сметану. Себе на завтрак тоже сделала сырники, подавала со сметаной, украсила чайной ложечкой меда, а также добавила клубнику и банан. Получилось очень вкусно. Муж сказал, что это были самые вкусные сырники. На обед я готовила красную фасоль с куриным филе. Поставила вариться именно в 2 кастрюлях, так как такой объем не помещался в 1 кастрюлю. Вначале мне показалось, что я очень много делаю, так получилось, но потом оказалось, что этого объема хватило нам в самый раз. 1 филешечку я оставила для супа, так как если бы я ее добавила, было слишком много мяса. Слегка уменьшила огонь, добавила фасоль, варилась где-то 2 часа, это с учетом того, что на всю ночь она у меня стояла замоченная в воде. Да, фасоль, к сожалению, очень-очень долго готовится, но можно себя иногда побаловать. Добавляю свои любимые специи, такие как паприка, куркума, чеснок, черный перец, базилик. Все это у меня тушится на слабом огне. Пробую постоянно, до тех пор, пока фасоль не будет таять во рту. И вуаля, обед готов! На ужин мы доедали с мужем то, что я готовила на прошлой неделе. Это индейка с макаронами и рыба с рисом. Во вторник у нас на завтрак был сухой завтрак с молоком. Муж взял с собой еще оставшуюся индейку. Я доедала рыбу. А на ужин мы кушали фасоль, которую приготовила вчера. В среду на завтрак я готовила яичницу с колбасой, луком и сыром. Thank you.
На обед у нас была фасоль с куриным филе, а на ужин, так как я готовила куриный суп с яичной лапшой, у меня осталось еще куриное филе, я сделала из него куриные наггетсы. Столько наггетсов получилось, целая досочка. Вот я уже поставила бульон для супа, целая луковица, целая морковка, я ее порезала на 4 части, нарезала кусочками куриное филе, все это у меня варится, конечно же, на втором бульоне, я никогда не варю суп на первом бульоне, добавила яичную лапшичку, и вот такой ужин прекрасный получился. В четверг на завтрак муж доел сырники, да-да, они у нас еще остались. У меня на завтрак были хлебцы сладкие и несладкие. На обед мы доели фасоль, а на ужин кушали куриный суп. В пятницу на завтрак я готовила овсяную кашу на молоке. Мы с мужем очень любим эту кашу. Добавляю 3 столовые ложечки без горки сахара. 1/3 ложечки где-то соли. И когда молоко уже подходит к закипанию, я добавляю овсянку. Делаю это на глаз. Мы с мужем любим овсянку не густую, поэтому делаю так, чтобы она была слегка жиденькой. Разливаю овсянку по тарелкам и добавляю по кусочку сливочного масла. К сожалению, в пятницу на обед мне не было, что мужу дать с собой на работу, поэтому он на работе купил шаурму, а я доела куриный суп с лапшой. На ужин я готовила плов со свининой, а также к плову подавала салат с тунцом. Получилось безумно вкусно, сейчас расскажу, как все я делала. Вначале я нарезала свинину квадратиками, пока она у меня тушилась, я готовила салатик. Нарезала парочку огурчиков. У меня был тунец в собственном соку, тоже высыпала в мисочку. Нарезала для плова лучок, морковка у меня была замороженная. Поставила отвариваться яйца для салата. Тем временем свининка тушилась. Салат готов, я нарезала куриные яйца еще и добавила немножко майонеза. Все, такой простенький салат, но безумно вкусный, готов. Соль, перец по вкусу. Тем временем высыпала в кастрюльку лук и морковь. Все у меня это хорошо тушится. Добавила специи, добавила томатную пасту. Далее сверху высыпала уже промытый рис и залила водичкой где-то пару сантиметров над рисом. Получилось безумно вкусно. В субботу на завтрак у нас с мужем были хлебцы сладкие и несладкие, нам нравится иногда так завтракать. На обед мы кушали плов и доели салат с тунцом, который вчера готовила. А на ужин я решила нас с мужем побаловать слойками с ветчиной и сыром, а также сделала несколько слоечек с клубникой и сахаром. В заморозке у меня было дрожжевое тесто, я его разморозила, заранее нарезала ветчину, сыр и нарезала меленько клубнику. И размешала с сахаром. Смазала слойки яйцом, поставила в духовку при 200 градусах на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. Режим у меня был вверх-вниз. Сделала себе очень вкусный ароматный кофе. Показываю вам слойку в разрезе. Она получилась очень вкусная, сочная. Кто кушает, приятного аппетита! В воскресенье на завтрак я кушала слоечку с ветчиной и сыром. Обязательно кушала с луком, так как чувствовала, что уже заболеваю. На обед у нас с мужем был плов, а на ужин я сделала скрэмбл с колбасой и сыром, которые остались со вчерашних слоечек. Ну а сейчас давайте я вам покажу, сколько мы потратили на все про все за эту неделю. Вот я вам показываю, что было на завтрак, на обед и на ужин. Все можете поставить на паузу и внимательно просмотреть. Дальше показываю вам примерную итоговую стоимость. Там, где вы видите нули, это означает, что в этот день мы совершенно не тратились на продукты. То есть, например, так как в понедельник я записала, что мы потратили на куриное филе, на фасоль деньги, то во вторник, так как мы это все кушали, то, что я приготовила в понедельник,
мы совершенно не тратились на эти продукты. Я думаю, это все понятно. В четверг, например, весь день вышел совершенно по нулям. Получается так, что эту неделю с мужем мы прожили на 3999 рублей, что касается питания. Для нас с мужем это очень экономно. Никаких излишков мы себе не позволяли. Я очень жду ваше мнение в комментариях. Напишите, для вас экономное это меню или нет. Пишите ваше мнение, я обязательно все прочту. Будем с вами общаться. Не забывайте про мой телеграм. Там мы с вами больше общаемся, больше моей жизни. Все, я вас целую. Спасибо за просмотр. Пока-пока.